Обмен опытом онлайн в преддверии третьей годовщины присоединения Южного полуострова к Российской Федерации состоялся телемост Иваново-Крым. В Центре развития дополнительного образования собрались представители общественных молодежных организаций. Несколько общероссийских организаций, которые есть во всех уголках нашей большой родины, в том числе в Республике Крым и Иванской области. У нас очень много всего общего. Это и российское движение школьников, это и юнармия, это и волонтеры Победы, это и поисковые движения, и юные казаки. И вот сегодня мы с ними со всеми встречаемся и общаемся. В этом году на связь с ивановскими школьниками вышли Крымские региональные отделения общественных и волонтерских объединений, а также народного ополчения. Ивановские активисты поделились своим опытом проведения благотворительных мероприятий, рассказали о марафоне «Ты нам нужен», обсудили сложности работы молодежных и патриотических движений. У жителей Крыма тоже есть свои интересные идеи и наработки. У нас уже была встреча с Тамбовым, но у нас была личная встреча, к нам приезжал представитель. Такая встреча подобного рода у нас не было и не встречалась, поэтому для нас это интересно. Мы хотели бы узнать, что сколько опорных площадок, как они мотивируют ребят в работе, как приняли вообще появление российского движения школьников в Крыму. Ивановские активисты пригласили крымчан погостить в городе в сентябре на одной из баз отдыха и принять участие в фестивале здорового образа жизни. Мария Попова, Денис Денисов, РТВ Иваново.